Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим с вами кремово-яблочный пирог. Вот такой пирог красивый у нас получится, не менее вкусный. Для начала приготовим заварной крем. В емкость добавим молоко, сахар, поставим все на медленный огонь, тщательно перемешиваем, чтобы не прилипло дно, добавляем соль, крахмал у нас пойдет, ванилин, также одно яйцо. Не забываем все тщательно перемешивать, чтобы дно наше не пригорело. Добавляем сливочное масло и помешиваем, пока наш крем не закипит. Крем готов. Не переставая помешивать, мы выкладываем в прохладную емкость. Вот такой крем у нас получился. Друзья, если у вас будут комочки в процессе приготовления, не страшно. Просто пропустите через сито. Накрываем пленочкой и до самого дна, чтобы не образовалась корочка. Вот так придавливаем, выгоняем весь воздух. Берем лист кондитерской бумаги для выпечки, сжимаем ее в комок и выкладываем в емкость для запекания вот таким образом. Вот так. Настало время приготовить тесто. Для теста нам необходим сахар, соль, сливочное масло, у меня растопленное, можете добавлять кусочками комнатной температуры. Далее добавляем растительное масло, яйца. И яйца будем добавлять по одному, тщательно взбивая одно, второе и третье. Далее пойдет ванилин и цедра лимона. Придаст аромат нашему тесту. Все взбиваем тщательно. Добавляем молочко тепленькое. Также заранее я просеяла муку, добавим в нее разрыхлитель. И отправим все в тесто. Тесто выложили в емкость и с кремом вот так делаем спираль, как на видео. Немножечко крем придавливаем в тесто. И выкладываю 2-3 слоя. Также нам понадобится яблоко, одно либо два. Убираем сердцевину и нарезаем тоненькими долечками. Я не очищаю кожуру, мне нравится с кожурой. И вот так вот, немного придавливая внахлёст, мы выкладываем наши дольки яблока. Очень красиво, как розочка. Я уверена, такой пирог удивит всех. Будет приятно кушать с чаем. Пирог я отправляю в разогретую заранее духовочку 380 градусов. Наш пирог готов. Дадим ему немного остыть и будем вынимать из пергаментной бумаги. Какой красивый пирог! Посмотрите, какое дно равномерно пропеклось. Замечательно, как поднялся. Ну чудо! Такой пирог у нас. Украшать можете по своему желанию. У меня сахарная пудра. Я обильно посыпаю с сахарной пудрой. Какой аромат стоит на кухне. Давайте разрежем, покажу вам, что получилось внутри. Очень мягко режется, пышный, ароматный. Смотрите, какой высокий подъем, какой он пышный получился, мягкий. Друзья, я думаю, всем понравится такой рецепт пирога. Пишите свои комментарии, рецепты, ставьте лайки. И всего доброго, до встречи на моем канале. Пока-пока!